Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале Max Capital, на котором мы развиваем инвесторское мышление. А у нас целая серия видео сейчас была. Я думаю, что это будет, наверное, заключительное или предпоследнее видео, посвященное тому, что и как делать. И здесь мне хотелось бы поговорить. То есть, в принципе, на канале уже частично была информация по поводу того, как ведут себя активы. Но я думаю, что ее стоит обновить, чтобы было взаимопонимание. Ну, чтобы было понимание, как ведут себя отдельные активы в кризис. Расскажу, почему они себя так ведут. Расскажу, каким образом это можно использовать для своего инвестиционного портфеля. Опять же, расскажу это в рамках глобальных инвестиций. То, как это сделать и реализовать эту историю внутри России. Потому что сейчас все инструменты, которые будут проведены, ну, может быть, за исключением золота они будут приведены для глобального игрока и здесь просто хочется показать каким образом это работает но о том как это можно сделать реализовать в россии российскому частному инвестору расскажем на бесплатном мастер-классе вы можете пройти по ссылке внизу в описании к данному видео и посмотреть да то есть какие инструментарии можно использовать внутри россии а сейчас мы говорим в принципе какие активы и как двигаются в период кризиса кризис еще раз Рассмотрим данное видео, что такое кризис. Кризис как некое такое мыслительное последствие мирового спада экономики. Да? То есть, вот каким образом и почему себя в этот период времени ведут активы. Когда падает экономика, какие активы в этот период растут, когда она перестает падать, и каким образом происходит разворот, расхождение? Рассмотрим это на. Примере более показательного кризиса 2007-2008 года, который никто не отрицает, что он носит такой глобальный характер, когда он отразился по всему миру. И вы, соответственно, для себя сделаете выводы, что где и как размещать свой капитал. А на мастер-классе, соответственно, сможете посмотреть, какие инструментарии можете использовать в настоящий момент. Ну что ж, давайте двигаться. Сейчас вы на графике видите... Такие активы, как золото, индекс доллара корзине мировых валют, то есть доллар к глобальной корзине, 20-летние облигации Соединенных Штатов Америки, фонд TLT и Dow Jones. Да, то есть индекс Dow Jones это красный график, который, в принципе, индустриальный индекс, который позволяет посмотреть, как ведет себя рынок акций в периоды кризиса. У нас взят период, соответственно, с декабря 2006 года. Вот он, кризисный период 2008 год, 2009, и заканчивается график у нас, соответственно, декабрем 2009 года. Вот во всей красе период кризиса. То есть, когда были самые кризисные явления? Первым делом, то есть, вот нам мы смотрим на индикацию индекса Dow Jones, да, то есть, он, получается, в 2008 году находился на верхах, и потом достаточно сильное падение, да, причем падение в две волны. Раз падение, два падения. В этот промежуток времени, в принципе, себя неплохо чувствует золото по сравнению с индексом. И поэтому здесь возникает вопрос, что, в принципе, золото должно быть в портфеле. То есть золото должно быть как некий стабилизационный инструмент, который в период, когда экономика охлаждается, в период, когда достаточно высокая инфляция, золото может вам и не обеспечивать какой-то сверхвысокой доходности, но, по крайней мере, когда происходит бум-бум, то есть когда происходит больно и очень сильно больно, золото в этот период, оно сначала первую волну делает бум-бум вместе со всем рынком. Я здесь объясню, почему золото в период, когда рынки падают, тоже начинает снижаться. Потому что на рынке очень много присутствует, в том числе физических лиц, присутствуют юридические лица. И когда у вас происходит очень сильное падение цены ваших активов, задайте себе вопрос. Например, у вас есть инвестиционный портфель. В инвестиционном портфеле у вас есть золото, например, есть облигации и есть акции. Три класса активов. Да? И у вас есть платеж по ипотеке. Соответственно, вот у вас есть эти активы. И происходит следующее. Происходит кризис. У вас акции падают в цене там, на 50%, у вас облигации падают в цене там, процентов на 15%, у вас золото падает в цене процентов на 10%, и у вас увольняются работы. А платеж по ипотеке нужно заплатить. Ну, допустим, у вас нет подушки финансовой безопасности, вы не подписаны на канал Max Capital, вы не знаете, что она должна быть, что она должна присутствовать, вы вот все в долгую, да, у вас вообще может быть 100% денег инвестировано, то есть на черный день вообще ничего нету, да. Нужно сделать платеж по ипотеке. Что вы сделаете? Вы будете продавать акции, которые пали в цене на 50%, вы будете продавать облигации, которые упали в цене на 15%, или вы будете продавать золото, которое пало в цене процентов на 5%. Вы, есть, скорее всего, ну то есть еще раз, из того класса активов, которые у вас в портфеле есть, у вас присутствует все, но есть активы, которые упали больше, есть активы, которые упали меньше. И второй фактор, который на вас давляет, вам нужно расплатиться по своим обязательствам, да, потому что банкам нужно расплатиться, потому что в период кризиса все люди же бегут, они говорят, верните деньги назад, я не хочу у вас, вдруг вы обанкротитесь, верните назад. И вы как банк что будете в первую очередь продавать? Вы будете продавать акции, облигации или золото? Вы будете продавать то, что упало меньше. И поэтому, когда происходит резкое снижение в финансовых рынков, золото падает вместе с ними. То есть не нужно рассчитывать, что золото это прям 100% стабилизирующий инструмент, который вас от всего защитит. Оно тоже снизится, просто оно снизится меньше. И это мы вот как бы наблюдаем, да, когда вот рынок начинает заваливаться, рынок снижается, золото, в принципе, тоже имеет некую нисходящую динамику. Лучше всего себя в период кризиса, когда мы видим некую такую нисходящую динамику, ведет себя доллар. Почему? Потому что кэш в период кризиса решает все. И в первую очередь бегут в самый ликвидный, в самый надежный инструмент. Это инструмент международных расчетов, это инструмент, в котором номинировано 90% мирового долга, абсолютно всего, да, это доллар. Первым растет доллар, в этот момент падают фондовые рынки и немного снижается золото. Продолжение роста наблюдается, и то, что мы наблюдаем в настоящий момент, у нас доллар же в прошлом году рос, происходит следующее. То есть Снижение рынков ⁇ это как некое отражение того, что происходит в реальной экономике. А в реальной экономике очень много сигналов про рецессию. И чтобы эту рецессию прекратить, нужно провести стимулирующие меры. Чтобы провести стимулирующие меры, нужно напечатать еще долларов, нужно снизить процентную ставку, нужно начать выдавать какие-то пособия по безработице, нужно увеличивать социальные траты государства. То есть мы видим, что и в седьмом и в 2020 году, да, когда выходили из ковида, то есть были такие программы поддержки экономики за счет снижения процентных ставок и предоставления новых долларов. И получается, что когда уже рецессия произошла, когда два квартала подряд экономика все меньше и меньше производит, ВВП падает, 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 монетарные власти начинают говорить о том, окей, ребят, нам нужно спасать экономику, давайте снижать процентные ставки и печатать доллары. И тут мы видим, что доллар начинает заваливаться. Почему он начинает заваливаться? Вот мы видим на, на графике, да, что доллар начинает заваливаться, а из-за того, что процентные ставки снижаются, до этого облигации, ну, то есть, каким образом это работает? Например, Процентные ставки были высокие, был спрос на валюту на доллары. 20-летние облигации, соответственно, они на процентные ставки отреагировали, условно при ставке там 5,5%, доходность 20-летних облигаций находится на уровне 4,5%. Процентную ставку с 5,5% гипотетически считаем опускают до 1%. А у меня есть облигации, которые мне позволяют на 20 лет, на следующие 20 лет зафиксировать доходность 4,5%. Хотя ставка уже будет 1%. Что я в этом случае делаю? Мне, конечно же, в этом случае выгодно доллары продать и купить вот эти вот облигации. И на них возникает спрос. И они начинают расти в цене, что и отражается на графике. Видите, доллар начинает падать потому что заявляют меры по снижению процентной ставки, потому что доллары будут печатать, а облигации начинают расти. И это же тенденция. Из-за того, что долларов становится будет больше, из-за того, что денежная масса увеличивается, а стоимость процентной ставки уменьшается, и золото начинает расти. Хотя рынок еще продолжает падать, потому что экономика в рецессии, потому что компании опубликуют отрицательную отчетность, у них там вообще нет никакой прибыли, какие-то компании объявляют себя банкротами. То есть рынок продолжает снижаться. Но тут мы начинаем наблюдать, что вроде бы и доллар начинает снижаться. И что же тогда в этот промежуток времени растет? Тогда начинают расти долгосрочные облигации американские, и тогда начинается расти, продолжает расти золото. И вот эта вот история, которую я считаю сейчас важным и нужным донести, не нужно концентрировать капитал в одних инструментах, потому что когда я сейчас общаюсь с людьми, они говорят, я шортить буду. Я вот посмотрел фильм «Игра на понижение», я Майкл Бьюри, да, то есть я сейчас всех обману, я сейчас сделаю большую ставку, я сейчас куплю какой-нибудь SQQ, с третьим плечом, да, то есть шартану высокотехнологичный индекс. Я сейчас куплю ВИКС какой-нибудь там с громадными плечами, и будет мне счастье, то есть волатильность сейчас вырастет на падение, да, я там заработаю 300-400%. Но я просто уже все эти истории проходил, проходил на собственном опыте, и я знаю, ничем хорошим, как правило, этого не, это не заканчивается. То, что может быть хорошим решением сейчас, это диверсификация. Я опять-таки говорил, что в настоящий момент доля портфеля на моего, доля консервативных инструментов находится на уровне 55 процентов да это в том числе золото я объяснил почему. Это в том числе есть кэш, долларовый кэш, который я готов в любой момент или продать, или переложиться там, в долгосрочные облигации, или на глобальном рынке, или на российском рынке, какие об этом мы рассказываем на бесплатном мастер-классе. И в принципе я ожидаю, что рынки могут снизиться, российский рынок может снизиться, в том числе и глобальный рынок может снизиться, в том числе, который предоставит хорошие возможности. Но в этот промежуток времени я понимаю, что еще раз, 45% у меня находится в акции. Я понимаю, что этот капитал. Может упасть на 50%, но при этом в общем доли портфеля в общей структуре портфеля он мне может обеспечить убыток порядка 20 процентов а с учетом ожидаемых дивидендов там не более 15 процентов то есть я спокойно отнесусь к тому что мне акции могут просесть еще на 50 процентов от текущих значений но при этом мой портфель общий убыток который от этого произойдет будет порядка 15 процентов из которых и золото и облигации могут сделать там до 30-40 процентов которые мне этот убыток компенсируют и поэтому получается что по мере восстановления рынка ценных бумаг рынка акций я буду осуществлять ребалансировку. Я буду прибылью, полученной от консервативных инструментов, усреднять позицию по акциям, что позволит мне купить хорошие качественные активы по более низкой цене. Очень простая, понятная, прозрачная система управления капиталом. Я постарался объяснить, какие активы и как двигаются в периоды кризиса. При прочих равных условиях это некий такой, опять как я говорил, компас. Да, давайте назовем это уже лагом. Про компас мы говорили, это инверсия двухлетних, десятилетних облигаций. Лагом, который замеряет глубину коррекции глубину падения для вас пускай выступает данное видео где вы понимаете какие активы как двигаются в кризис но опять же за большим количеством инструментария индикаторов по поводу того как прогнозировать что происходит с мировой экономики сохранить свой капитал и иметь спокойное состояние на бесплатном мастер-классе от вячеслава болянова ссылочка находится внизу проходите я думаю, что опять-таки для вас это будет являться полезной и нужной информацией в текущий момент времени. Сегодня у меня на этом все. Если понравилось видео, или вы получили для себя инсайты, пожалуйста, оставьте комментарии. Все читаю, все интересны. Очень много слышу мнений. Противоречивых. За все мнения вам огромное спасибо, очень ценю. Это позволяет лично мне развиваться и давать еще больше полезной информации. Не будьте, ребята, молчанами, обязательно делитесь тем, что вы думаете по поводу данного видео. Мне это дает дополнительный ресурс для того, чтобы создать новые видео. Пишите, о чем бы вы хотели услышать, и мы постараемся ответить на ваш запрос. Сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока.